Доброе утро, дорогие друзья, и приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Но, как всегда, хочу начать с рекламы и напомнить вам о докторе Ларисе Ликвер. Вы прекрасно ее знаете, я давно о ней рассказываю. Она врач высшей американской категории и физиотерапевт, и реабилитолог, и аккредитована Американской академией боли, а также удостоена в 2012 году звание пионера в ультразвуковой диагностике проблем опорно-двигательного аппарата. И вот я вам рассказывала об этом уникальном аппарате. Исследования проводятся прямо в офисе во время приема, так что не надо дополнительно никуда ходить. Исследование проводится в динамике, то есть можно посмотреть, что происходит, например, в суставе в процессе болезненного движения. Ультразвуковое исследование абсолютно безвредно, так как не имеет радиации. И ультразвуковая диагностика не противопоказана при наличии пейсмейкера и дефибриллятора, что очень важно, потому что она не имеет электромагнитных волн. А у вас на экране и телефоны доктора Ликвер, ее адрес ее офиса, она принимает в Бруклине на Бэй-Парквей, и один раз в неделю, в среду, она принимает в Манхэттене на 5-й Эвеню. Это всего один блок от Гранд Централ, так что, если кому-то удобно, могут приехать в Манхэттен. Еще я должна сказать, что доктор Ликвер большой специалист нетрадиционной медицины. Она занимается и лечит такими методами, как пролотерапия, невропролотерапия и другие подобные методы. И это безоперационный метод, укрепляющий, восстанавливающий прочность и функции, поддерживающих структуру сустава, который играет жизненно важную роль для восстановления работы суставов и, соответственно, победы над болью. Надо сказать, что она единственный, надо сказать, из наших русскоговорящих врачей, входит в группу, международную группу, тоже небольшое количество самых известных врачей, занимающихся суставами, которые совершенно безвозмездно ездят в отсталые страны, чаще всего в Южную Америку, и помогают, повторяю, безвозмездно больным людям, у которых проблемы с суставами. Так что, друзья мои, обращайтесь к Ларисе Ликве по любым вопросам, связанным с суставами. Ну что ж, друзья мои, мы начинаем. Не доиграли вторую часть. Там. Друзья мои, ну, я думаю, что вы уже видели эту рекламу. Она у нас достаточно давно уже идет на телевидении, и также на радио вы могли ее слышать. И, конечно, эта реклама предваряет концерт, который обещает быть совершенно уникальным и потрясающим по составу музыкантов. Это концерт Карнеги-холл. Ну, само по себе, так сказать, понимание того, что в Карнеги-холл не может быть плохого концерта, по крайней мере, непрофессионального. Вот этот концерт совершенно уникальный, и мы будем говорить об этом. Он состоится 22 ноября во вторник в 7 часов вечера. Поэтому, друзья мои, я очень рекомендую вам не затягивать. У вас будут появляться телефоны на экране и сайт, на котором можно заказывать билеты. Я всегда призываю нашу публику, которая любит в последний момент прийти, пожалуйста, закажите билеты заранее, купите их, чтобы спокойно прийти и получить большое удовольствие. Я хочу, друзья мои, представить вам наших гостей. Практически тех, кого вы видели сегодня в рекламе. И вот рядом со мной замечательная Наргиз Алиярова, азербайджанская пианистка, музыковед классической музыки, профессор. И я приветствую ее. Спасибо. У нас в студии. И Александр Марков, скрипач-виртуоз, международная звезда, которую мы знаем, слава богу, дружим с ним 20 лет, и он много раз бывал у нас и на радио, и на телевидении. Я просто хочу напомнить, что он, у него одна из самых значительных, наверное, для скрипачей
награда международного конкурса скрипачей именно Паганини, который, по-моему, он в 19 лет получил первую премию и сыграл на скрипке Паганини. Но также он известен своими записями. И одна из уникальных совершенно дисков – это 24 каприза Паганини, который является верхом, так сказать, возможностей, наверное, и профессиональных, и талантливых скрипачей. И вот такой уникальный диск, и фильм был сделан на эту тему. Так что я приветствую Александра Маркова у нас. Спасибо большое, очень рада вас видеть. И я хочу, друзья мои, сразу же, чтобы попросить Наргиз, так как она явилась инициатором этого концерта, рассказать, в чем же такая особенность этого концерта. Почему я так вот об этом говорил, что он такой необыкновенный? Ну, там есть не один момент такой необыкновенный, а вот просто каскад таких интересных моментов, которые так получилось, что совпали. Во-первых, это день рождения азербайджанского композитора, великого композитора Фикрета Амирова. Именно в этот день? Именно в этот день, 22-го, ему исполняется 100 лет. Ага. То есть это, когда мы смогли получить зал в этот день, я была очень счастлива, потому что... Помог, я думаю. Да, наверное. Потом, кроме этого, я, например, буду исполнять там Фикрета Амирова концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы. Он это написал совместно с Эльмирой Назировой. Этот концерт, он, это премьера в Америке. То есть это первый раз будет звучать. Наргиз, у нас он есть, фрагмент. Спасибо, я хочу публично выразить Наргиз и Алику благодарность за предоставленный материал. Я хотела, чтобы наша программа была, конечно, безусловно, ознакомительная, информационная, но я хочу, чтобы звучало очень много музыки, и чтобы вы познакомились как можно больше с талантливыми вот, пианисткой Наргиз и скрипачом, которого, конечно, знаете, но тем не менее. Давайте послушаем фрагмент из концерта Амирова в исполнении Наргиз. Красивый концерт. Это будет... Вы его исполнять будете? Да, это концерт. Виртуозный просто. Какой красивый. Не могу не согласиться с вами. Да. А что вообще, вот два слова об этом замечательном композиторе Амирове. Я прочитала, я, естественно, хотела понять, что за композитор. И здесь говорится о том, что он активно использовал азербайджанские народные мелодии, принципы мугама. Мне, человек из Узбекистана, это абсолютно понятно. Да. Импровизации с классикой. И, ну, звучит это невероятно красиво. Да, это вы говорите о его симфонических мугамах. Да.
Это новое, как бы, новый жанр, который впервые был изобретен Кератомером. То есть он как бы Мугамы переложил для симфонического оркестра. Это очень красивая музыка. Очень красиво. А вот этот концерт, он не на азербайджанские темы, на арабские темы. Это как бы еще более как, ну, какое-то такое... аутентично звучит, да, мне это тоже очень нравится. И кроме того, что вот этот концерт будет звучать, еще у нас есть турецкий композитор Фарух Канча, у которого вот его сочинение будет звучать первый раз вообще в мире, то есть это мировое. Да. Вот у нас, вы знаете, есть даже фотография, я сейчас попрошу нашего режиссера ее поставить, потому что для меня было такой неожиданностью, такой очень красивый человек, и оказывается, мировая такая тоже знаменитость. Да. Вот, это произведение его будет впервые звучать. Да. Да, очень... Да. Исполняться еще солистом. Да, у нас будет еще из Турции солист, который будет играть на трех народных инструментах. То есть, да, это очень, как интересно, да, очень интересно будет. Алик, ну ты же дружишь с ним, по-моему. Да, много лет. Ты можешь сказать о нем? Ну, во-первых, замечательный композитор, самое главное. Да. Помимо человеческих качеств у него, он на все руки мастер. Но с музыкальной стороны очень интересно, и что мне кажется особенно интересно, что это немножко необычно в хорошем плане, то есть это экзотично, потому что сейчас столько банальности среди композиторов, а он, мне кажется, у него есть своя как бы изюминка. Ну, здорово, потом я тоже как бы познакомился с его биографией, он там и книги пишет, и сочинения. Номинировался на Грэмми, как композитор. Какой-то удивительно многообразный. Наргиз, а вот скажите мне, пожалуйста, принцип, почему вы решили вот такое сочетание, да, азербайджанский композитор, турецкий композитор, Гершвин? Да. Еврейский композитор. Еврейский композитор. Американо-еврейский. Да. Дело в том, что вообще, в принципе, если вернуться к истокам, азербайджанская классическая музыка, она очень насыщена. Вот и музыкантами, и евреями, которые вложили очень много в эту школу. Школа. И в начале 20 века наш великий композитор Серго Джебеков пригласил из Московской и из Санкт-Петербургской консерватории много профессоров, и как бы они вместе создавали Азербайджанскую государственную консерваторию. У нас просто перечень имен людей: Бреннер, Шароев, Рудольф. Эти люди, которые... Аншелевич. Вы знаете, что Зербек пригласил тогда и отца Ростроповича. Да, да. И Ростропович в итоге родился в Баку, он бакинец. Да. Да, вот, и вот, понимаете, эта классическая музыка Азербайджана, она очень тесно связана с еврейскими именами, с еврейской, понимаете, вот как бы присутствием там. Да. И я могу с гордостью сказать, что Азербайджан вообще он один из самых близких как бы союзников Израиля, и у нас очень много... Никогда там не было... Никогда, да. У нас очень много проживают и евреи, и проживали, и это был один из самых лучших как бы мест. И, кстати, это еще индивидуально. У меня трое педагогов из четырех были евреями. Да. И мой любимый педагог был Владимир Аншелевич. И вот... Понимаете, это настолько связано для меня с классической музыкой, что вот я подумала, что это было бы здорово пригласить и еврейского музыканта. Ну, конечно, Алекс у нас не просто еврейский музыкант, он мировая звезда. Ну, имеет какое-то отношение к этому тоже. Ну, конечно, непосредственно. Да, непосредственно, да. И также мы как бы включили произведения еврейских по национальности композиторов: Гершвина и Мендельсона. Мендельсон тоже был как бы по национальности евреем. И также турецкая, потому что турецкая — это как бы часть азербайджанской музыки. Это настолько близкие народы. Да, да, и по языку, и по культуре, и по мышлению. Очень много вот, то есть близкого. Да. Очень много. То есть это вот как бы тандем таких, скажем, трех близких национальностей, которые
я с большой радостью могу сказать, что сейчас сближаются еще больше. Вот это очень приятно. То есть мы как бы попали именно в тот момент, когда исторически это еще как бы происходит сближение. Да, ну так вот что... я обращаюсь к нашим зрителям. Друзья мои, не пропустите. Во-первых, вы видели по фрагменту, что Наргиз не просто профессор и заслуженная артистка Азербайджана, она еще блистательная пианистка. Вы это видели даже по этому небольшому фрагменту. И то, что музыка изумительно красивая, и то, что какое-то новое, что-то новое мы узнаем из этого, не говоря о хорошо известном старом, да, Гершвине и второй концерт Мендельсона для скрипки с оркестром. Феноменальный по красоте, я думаю, люди, которые увлекаются музыкой, знают музыку, безусловно, знают этот концерт, который вообще вершина виртуозности, не говоря о красоте, разобранности разных мелодий, которые мы слышим где только угодно. Потому что, повторю, он невероятной красоты. Исполнять его будет Александр Марков. Я хотела бы, чтобы сейчас наш режиссер поставил нам промо Александра Маркова, где собраны вот все его такие виртуозные моменты для просто напоминания. Давайте послушаем. Ну, Алик, очередной раз с этим ПЦК. Потрясающе, конечно. Какое наслаждение слушать Александра Маркова каждый раз. Я даже не знаю, сколько раз он выступал в Карнеги-холл, где он первый раз дебютировал в 16 лет, будучи вундеркиндом. Но за это время он переездил, наверное, все выдающиеся сцены мира и выступал с самыми потрясающими, великими дирижерами. И я хочу просто зачитать, что его смычок, как волшебная палочка, это цитирую, «один взмах, и происходит чудо, его классика глубока и проникновенна, и рок горячий, его сравнивают с великим Паганини». И я с этим согласна, потому что это уже стало как бы даже таким обиходным сравнением, что вот и мы, вы могли видеть вот в этом промо, там как раз цитировали слова Минухина о нем. И, Алик, я, во-первых, безумно рада, что ты будешь у нас. Спасибо, спасибо. В концерте у нас. Карнеги-холл у нас. Да. И то, что ты здесь. Но я в твоем исполнении много что слушала, но я не слышала никогда этот концерт. Потрясающий Мендельсон. Ты его часто исполняешь? Довольно часто, да. Но это считается действительно вершина вот не только виртуозности, это вот всего вот музыкальной гармонии, вот этой всей красоты скрипки. Угу. И
Потому что есть вот такие вот фундаментальные концерты, там, Бетховен, Чайковский, Мендельсон, и он входит вот, я бы сказал, даже в тройку вот самих великих произведений, потому что действительно, там не только вот скрипка красивая, там вот вся вот эта аранжировка с оркестром, как это все гармонично, и эти мелодии, и все, и общее сочетание, это вот считается действительно вот предел вот композиционного вот совершенства, вот так скажем. Вот. Но он так и слушается. Да, я специально, знаешь... Он как бы на одном дыхании, даже вступление очень короткое. Да. Оркестр, и потом полетел, знаете, вот как на парусах. Это действительно. Но просто само участие Маркова, да, Наргиз, в этом концерте, это большой подарок. А как первое отделение будет, вот, Амиров, Гершвин и прочее, а Алик будет во втором, да? У нас программа начинается с музыки Гершвина. Угу. То есть эта музыка, как бы, скажем так, зажигает публику и настраивает на хороший концерт. Дальше звучит небольшое очень каприччо Фикрета Амирова, которое называется «Азербайджанское каприччо», но для симфонического оркестра. И потом, значит, концерт амировский на арабские темы. Потом будет перерыв, и второе отделение начинается с произведения Фарука Кончей. Вот. И дальше в сцену, как бы, на сцену поднимается великий наш маэстро. Надо сказать, что Александр Марков, при всей своей выдающихся данных, таланте, признании, исключительно скромный человек, могу это сказать. Ладно. Да. И его человеческие качества еще замечательные. Это всегда тоже очень важно. И вот у нас лежит скрипка. И это... Без дела, как бы, да. Без дела. А я хочу, чтобы было дело. Ружье должно стрелять, если... Аля, вот я хочу спросить тебя, что такое виртуозность, которую все подчеркивают, и которую ты, может быть, сейчас нам продемонстрируешь, чтобы объяснить. Для контраста я сделаю пару коротких, как бы, фрагментов. Ну, значит, просто сначала кусочек... Потом Паганини решил немножко это все изменить. Ну, не то, что изменить, он сделал буквально революцию, потому что до Паганини скрипка никогда не была инструментом, на который люди покупают, из-за которого люди покупают билеты. То есть раньше скрипка была как часть общего, как бы, представления. Симфонические концерты, оперы. Там были, конечно, концерты еще со времен Вивальди, Баха, но... Он был, по сути, первый, который создал вот этот сумасшедший такой ажиотаж, где люди покупают билеты, чтобы услышать скрипача. Как бы говорят по-английски headliner. И он понимал, что просто красиво играть недостаточно, нужно больше устроить шоу. Да, и он всякие вот эти технические знаменитые вот это... Все вот эти пиццикато левые, и потом... знаменитые мелодии, ну, напев, я не знаю, как сказать, из «Каприса Паганини» использовали и Рахманинов, и Брамс, то есть это очень был лист, да, то есть никто не... Они не остался равнодушным. Никто, да. Спасибо. Ну, я хотел бы, чтобы прозвучал еще, у нас есть фрагмент, где Марков исполняет «Масне». А, как раз. Да, как раз. Давайте послушаем.
А, ты знаешь, Олег, вот я... друзья мои, я просто 20 лет дружбы, поэтому я не буду играть в это, знаете, вы, мы. А я, вот я не знаю, может, вы, музыканты, профессионально меня исправите, для меня всегда пиано, что у скрипача, что у пианиста, что у вокалиста, всегда демонстрация самого высокого профессионального уровня. Может, я не права? Нет. Но вот так, при такой виртуозности, которую мы даже сейчас видели, спасибо товарищу Маркову за доставленное удовольствие вживьем, но просто вот так просто, чтобы тоненько такой звук феноменальный, конечно. Спасибо. Пиано – это контраст. Контраст. Все нужно, потому что если не будет пиано, никто не поймет, что громко. Да. И все наоборот. Но я хочу вернуться к Наргиз и к вашей виртуозности, которую мы уже видели. И немножко расскажите, пожалуйста, где вы учились и где получили... насколько я знаю, вы очень рано начали. Да, мне было 5 лет, когда я начала учиться. Училась в центральной школе в Баку, это КЦМШ в Москве. Далее я поступила в Азербайджанскую государственную консерваторию. Очень часто ездила в Москву на разные частные уроки. И дальше закончила аспирантуру в Баку и преподавала 25 лет в Бакинской музыкальной академии. Я только 5 лет как приехала в Америку. Ну, вообще, я хотела бы, наша первая часть заканчивается. Я хочу, чтобы мы послушали первый концерт Чайковского, который для пианиста является, в общем, лакмусовой бумажкой, насколько он состоятельен, которую Наргиз исполняла, когда она... Это был ее дипломный спектакль, в смысле концерт. И спектакль, может быть, и спектакль. Давайте послушаем. Я знаю, что для вас это знаковый, да, концерт. Да, я с детства слушала его, как этот концерт, когда Ван Клайберн играл его. Я, наверное, раз тысячи слушала эту пластинку и всегда мечтала, вот когда я вырасту, я буду этот концерт играть. И, знаете, вот приятно иногда, хотя бы иногда достигать своей мечты. Мечта сбывается. Друзья мои, я вновь обращаюсь к вам. Не забудьте, 22 ноября в 7 часов вечера Карнеги Холл. Удивительный концерт. Поэтому у вас появляется на экране телефон и сайт, где можно заказать билеты. Пожалуйста, не пропустите это. Замечательный праздник хорошей музыки. А мы сейчас уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу встречу.
Театр «Тракт», известный своим популярным спектаклем «Раскольников и проценщица. История любви», приглашает на премьеру философской сказки для взрослых «Непрошенная» по пьесе Мориса Матерлинка, автора знаменитой «Синей птицы». «Нет ничего на свете справедливее счастья». Морис Матерлинк. Режиссер-постановщик, заслуженная артистка Светлана Кифа, ведущая программы «Мир кино» на канале RTN. В спектакле заняты актеры Елена Успенская, Инна Еселевская, Арнольд Швецов, Ольга Михайлова, Юлия Абелев, Григорий Коростышевский и Вадим Кроу. Спектакль состоится в Манхэттене 18 и 19 ноября в 7:30 вечера и в воскресенье 20 ноября в час дня. Заказ билетов по телефону 201-677-2495. 201-677-2495. Ждем вас на нашем спектакле. Ждем вас на нашем спектакле. Варианты COVID-19 все еще окружают нас. Хорошо, что есть новые бустерные вакцины, направленные на их искоренение. В Яблочко. Новые бивалентные бустерные вакцины стали доступны. Всем жителям 5 лет и старше следует получить бустерную вакцину сегодня. В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие? Кто окружит вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов? Обращайтесь в Сикрест. Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре Сикрест. О ваших близких забота – это наша работа. Впервые в Америке. Лауреаты международных конкурсов, вокальная группа Brea Sonores с большим туром по Америке. Мировые хиты, живой звук, уникальные голоса. Совместно в программе участвует известная рок-певица Ксана. Brea Sonores и Ксана. Шоу «Адажио любви». Не пропустите. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535. Варианты COVID-19 все еще окружают нас. Хорошо, что есть новые бустерные вакцины, направленные на их искоренение. В Яблочко. Новые бивалентные бустерные вакцины стали доступны. Всем жителям 5 лет и старше следует получить бустерную вакцину сегодня. Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим
увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005. Здравствуйте, друзья! Вновь приветствую вас в нашей программе, наша вторая часть. И сегодняшняя наша программа посвящена концерту, который состоится 22 ноября в знаменитом Карнеги-холл в 7 часов вечера. Это вторник, друзья мои. Я рекомендую вам ни в коем случае не пропустить этот концерт, потому что он действительно в какой-то степени абсолютно уникальный по созвездию выдающихся музыкантов, которые там будут играть. И очень интересная программа, о которой мы говорили. И я начну сейчас с нашего спонсора нашей программы, но потом мы продолжим знакомство, потому что у нас сегодня в гостях два ведущих солиста этого замечательного концерта. Я напоминаю вам о Ларисе Ликвер, друзья мои. И если вы страдаете от боли в коленях, избавитесь от нее очень быстро, без операции и шрамов, если придете в современный центр физической медицины и реабилитации доктора Ларисы Ликвер. Она поможет вам избавиться от боли в коленях с помощью уникальной процедуры введения специальной смазочной жидкости в коленный сустав под контролем ультразвукового оборудования, гарантирующего точность попадания препарата в сустав. И данный метод не имеет побочных эффектов. Доктор Ликвид имеет высоко профессиональную подготовку и большой опыт проведения этой процедуры. Она также специализируется в лечении различных причин суставных болей, остеоартрит, подагра, бурсит, ущемление сухожилий мышц плечевого сустава, синдрома карпального канала, боли, онемения в руках и ногах, боли в шее, спине, пояснице, ограничение свободы движения в плечах, коленях, тазобедренных суставах, спине и других зонах. И с любыми вопросами по проблемам опорно-двигательного аппарата и для записи на прием звоните по телефону, который у вас на экране, и там же адрес офиса Ларисы Ликвер. Она принимает в Бруклине на Бэй-Парквей, и также один раз в неделю по средам она принимает в Манхэттене. И надо сказать, что Лариса Ликвер очень внимательно относится ко всем тем новостям, которые связаны с ее профессией. И вот одна из последних процедур, которые она делает, относится к людям, у которых вялотекущий воспалительный процесс в коленях. И, как правило, там скапливается вода в полости колена, и дикие боли, невозможно ходить. Лариса Ликвер методом, который она пользуется, это она промывает вот эту состоявшуюся жидкость и вводит специальное лекарство. И эта процедура в 80% помогает. Так что, друзья мои, по всем вопросам, связанным с проблемами суставов, пожалуйста, обращайтесь к Ларисе Ликвер. Ну что ж, а я вновь приветствую у нас в студии наших замечательных гостей Наргиз Альярова и Александр Марков. И они солисты этого замечательного концерта. Но я хотела бы, чтобы сейчас мы посмотрели видео, Олег, которое мое одно из самых любимых. Я думаю, что и у многих твоих почитателей тоже. Давайте посмотрим, послушаем знаменитый 24-й каприз Паганини. Thank you.
Это ты уже нам демонстрируешь. Скажи, пожалуйста, Алик, у меня к тебе вопрос. Как бы вот есть, можно ли сказать, что Паганини был каким-то определенным этапом в твоей жизни, который что-то направил для тебя, да, определил? Очень ярким этапом, потому что мне еще с детства, я перечитал все книги о нем, и мне просто нравился его образ, что он не просто был такой академичный, формальный, вот, что он выполняет, как все, вот у него были там в это время Шпор был, все вот эти, и они были, а он просто как будто из другой планеты, и он был такой, он создал всю эту технику, он уже был в 12 лет намного впереди от всех технических, что, и поэтому он был очень большое вдохновение, конечно, что. Но ты, для тебя было очень важно вот достигнуть такого уровня совершенства. Надо было беспрерывно тренироваться, беспрерывно заниматься с утра до вечера. Как это получается? Дело в том, что мне повезло, что у меня отец концертный скрипач, и он с детства, моего с детства, он меня как бы уже тренировал прямо на серьезный профессиональный пути. Это безумно мне помогло. И просто тут вопрос, как... Не, потому что я всегда не считал, что нужно очень-очень-очень много заниматься. Там есть, знаете, есть в Джулиарде не по 6-8 часов, и считаю это тратой времени. Да? Конечно. Потому что очень неэффективно в любом возрасте. Даже вот когда человек еще тинейджер. Угу. Потому что лучше созревать не только с технической стороны, вот как вот заниматься, а вот с общей стороны. Вот музыкант, он должен зреть со всех сторон, а не только вот сидеть и вот заниматься лишь бы. И поэтому, мне кажется, это одна из причин, почему, например, мне многие говорят, а вот почему столько вот сегодня вот виртуозы, все, да, ну как-то звучит банально, как-то предсказуемо. Вот по этой же причине. Потому что они с детства занимаются очень много, и не все достаточно вот впитывают вот общую музыку. То есть должна все же остаться музыка. Душа. Да. Музыка, душа, конечно. Наргиз, вы с этим согласны? Да, конечно, это техника, это дорога, которая ведет к музыке, я бы так сказала. Да. То есть просто нужно ее пройти и уже дойти до вот этого квинтэссенции всего. Во всяком случае, это для меня так. До музыки. Просто, наверное, музыка – это совокупность всего того, что ты переживаешь, твой опыт. Ну, конечно. Но ты очень рано приобрел... Да, потому что техника, вот как Наргиз сказал, я согласен, это как транспорт, чтобы себя выразить. Угу. Вот я, например, знаю очень немало фортепианной музыки, но у меня нет техники. Угу. Поэтому без техники я ничего не могу сделать. Только давать бесплатные советы. Вот, поэтому важно и то, и другое, конечно. Но техника – это как вот... transportation, знаете, вот от точки А до точки Б, чтобы выразить. Но я должна сказать вам, что я понимаю техника, я понимаю занятия и все такое, но я бы отсюда не исключила талант. Потому что даже те, кто занимается по 8 часов, скрипачи или пианисты, не все достигают такой виртуозности, и сочетание технических возможностей с пониманием, что такое музыка, потому что даже те короткие фрагменты, которые мы сегодня слышали, я обращаюсь к нашим зрителям, говорят о том, что нас ждет встреча с настоящими музыкантами, которые играют музыку, не технику, а музыку. И я хотела бы, чтобы сейчас прозвучал еще один концерт очень труднопроизносимого композитора Генри Виетана. Все правильно. Давайте послушаем его фрагмент. Thank you.
очередной раз огромное удовольствие и браво. Но я хотела обратиться к Наргиз, потому что у нас есть тоже фрагмент фантастический. Хочу спросить, вот есть ли такие композиторы, которым, предположим, с течением времени вы пришли? То есть поначалу хотелось играть, но мы про Чайковского уже говорили, да, но тем не менее вы его сыграли как дипломный концерт. Ну, это первый раз, а вот в записи это я уже постарше. Не важно, главное, что... А были ли еще какие-то виртуозные вещи, к которым вы пришли не сразу, а когда стали готовы как бы профессионально? Ну, я бы не сказала, что именно виртуозные вещи, скорее всего, больше вот музыка напираю, Баха и музыка Моцарта, она как бы для меня, во всяком случае, я как бы созрела чуть позже для них. Это, я думаю, что Алекс согласится, что эта музыка, то есть, хотя она, в принципе, простая по исполнению в большинстве своем, но она требует очень, как бы, взрослого отношения. Понимаете, и вообще, я бы сказала, что вот то, что я переехала с одной страны в другую, это меня тоже очень сильно изменило. Правда? Да. Это очень уникальный очень опыт, потому что я переехала уже в зрелом возрасте. Да. Переехала, и первые два месяца я ожидала, что, ну, вот, то есть я достигла всего в своей стране. Здесь тоже, наверное, как-то так. Ну, два месяца мне схватило, чтобы я поняла, что здесь это так не работает. То есть здесь нужно, если ты что-то хочешь, нужно строить это. И нужно самому строить это, то есть создавать. Поэтому вот и как бы получилось так, что буквально через 6 месяцев после приезда открыла вот National Music and Global Culture Society, и это вот общество, мы делаем много концертов, и вот этот концерт тоже представлен нашим обществом, и у нас очень большой международный конкурс композиторов, который первый год привлек 20 из 26 стран, 4 континентов композиторов, и второй год из 21 одной страны. То есть это, например, для азербайджанской как бы музыки, это первый в истории международный конкурс композиторов. То есть будучи в другой стране, я даже никогда не могла представить, что я буду работать, то есть как бы буду действовать не только как музыкант, но и как продюсер. Кстати, могу честно признаться, это намного сложнее, чем играть. Я бы с удовольствием сейчас на кого-нибудь перекинула эти свои как бы обязанности, чтобы просто сесть поиграть. Но поэтому... Но это исторический шаг вы сделали вообще? Да, это исторический. Азербайджанскую музыку. Да, здесь и не только. Знаете, наше как бы общество, оно как бы пытается привлечь разные как бы стороны, разную музыку. Например, мы играли там норвежскую музыку. Это не только азербайджанская музыка. Там еврейская музыка, афроамериканская музыка. То есть это как бы национальная музыка и глобальная культура. Вот сейчас нам не хватает, понимаете, вот этого понимания. Понимания друг друга. Понимания. А это для меня лично это исходит из культуры. Если понять культуру человека, то очень можно как бы хорошо как бы найти язык и так далее. Вот на сегодняшний день вот в мире вот я считаю, что этого очень-очень сильно не хватает. Поэтому, что происходит. Да, поэтому... Ну вот у вас еще и такая замечательная международная миротворческая деятельность. Но, Наргиз, возвращаемся все же к вашей пианистической деятельности. То, что это останется, безусловно, это ваша заслуга, но я хотел бы в свете нашего концерта, чтобы прозвучал фрагмент из второго концерта Листа для фортепиано с оркестром тоже очень красиво. Давайте послушаем. Thank you.
Друзья мои, ну вот еще раз напоминаю о нашем концерте, который состоится 22 ноября во вторник в 7 часов вечера в Карнеги-холл, в дающемся зале, где будут выступать выдающиеся музыканты. Я думаю, вы сегодня видите подтверждение. Повторю, я специально, помимо наших разговоров, которые с музыкантами такого уровня могут быть бесконечны, я все же сделала удар на их исполнение, чтобы вы понимали, какого уровня музыканты перед вами будут играть. Я хочу напомнить, что программа замечательная. Это и Гершвин, и вот Амиров, замечательный азербайджанский классик, и концерт для фортепиано с оркестром Амирова, мы фрагмент видели, и Фарук Канса, очень талантливый, турецкий, признанный международным, так сказать, музыкальным сообществом, композитор, дирижер, и Мендельсон, второй концерт для скрипки с оркестром, который исполнит Александр Марков. Вот такая выдающаяся программа. Так что, друзья, у вас телефон на экране, сайт на экране. Пожалуйста, не затягивайте. Вы знаете, бывает так, что потом и билетов нет. Я думаю, что и азербайджанская, и турецкая комьюнити, наверное, да, очень в этом заинтересованы, не говоря о всей нашей. Очень выдающийся дирижер. Дирижер, да. Фуад Ибрагимов, он очень сейчас котируется в мире. Он буквально как бы... У него огромное количество концертов и разъездов. И вот он к нам приезжает тоже. После одного концерта как бы приезжает сразу, садится в самолет и приезжает сюда. Я хочу добавить, что от дирижера безумно много зависит. Да? Да, потому что он не то, что там лишь бы громче. Он как бы всех вместе собирает и вот делает. Потому что, вот, и я слышал очень яркие... о нем и слова, и его исполнение, поэтому это тоже... А ты с ним еще, пока нет, я очень, говорится... Кстати, вот он приезжает через... Он садится после своего концерта в Турции и прилетает сюда, а вот наш Алекс... А я наоборот... Наоборот, после концерта уезжает. То есть хочу сказать, что вот этих людей мы ловили прямо на лету, понимаете, поэтому... Хорошо ловили. Да, ловили, ну, вроде поймали. Но я хотел бы обратиться вновь к Алику и сказать, скажи, пожалуйста, вот почему у тебя появилась твоя электронная золотая скрипка, и ты всегда заканчиваешь концерты с ней? Хочу сразу тебе, может быть, это капля дёгтя. Пожалуйста, давай. Много раз слышала от людей, профессиональных музыкантов. Ну, что это за цирк? Ну, как такой музыкант такого уровня? И вдруг какая-то развлекуха с этой золотой скрипкой. Да. С удовольствием отвечу. Да. Значит, во-первых, не каждый концерт. Значит, я просто в какой-то момент в своей жизни увидел интересное наблюдение. Почему вот на нормальной скрипке столько написано всего, столько сделано, вот со времен еще Баха, А почему на электрической скрипке в современном мире, где столько электроники, сколько всего, ведь тот же Моцарт, тот же Паганини, наверняка бы это использовал. Сейчас же невероятная электроника вся, это все. Да. Но просто, как любое искусство, оно требует жертв. Потому что, вот так же, как и самолеты. Первые самолеты крушились. Да. Вот, и тут, естественно, первые попытки, они еще занимают время. Но сейчас, слава богу, боюсь не сгладить, сейчас уже закончен вопрос. Поэтому, мне кажется, главное тут не вопрос... чем занимается, а как, до какого уровня. И поэтому, опять-таки, первые попытки, они были еще не закончены и недостаточно убедительны. А сейчас, слава богу, опять-таки, боюсь не сглазить, уже закончилось, и будут свои сюрпризы, готовьтесь. Ты знаешь, я помню, когда ты начинал, тебе же специально сделали эту Это по заказу знаменитый дизайнер Джеймс Ремингтон сделал потрясающе, это как бы такое сочетание скрипки и гитары, и еще озолочено. Да, и еще при этом цветофоя эффект какой-то там еще. Ну, это смычок, это уже отдельно. Да. Ну, главная моя вот идея, что это просто не вопрос, а чем он занимается, а в жанре музыки, а именно вот насколько он это окончательно убедительно ли развил. Поэтому в каждом жанре музыкальном есть свои герои и свои уроды, прямо скажем. Да. Ну, для этого нужно, чтобы зрители пришли и оценили. Да, совершенно верно. Кстати, я хочу добавить, что мы с Наргизой уже разок недавно играли, и я получил огромное удовольствие. Да. У нас очень хороший был такой союз. Но я хочу, чтобы нас показали все же фрагмент твоей ослепительной этой скрипки. Давайте посмотрим. Очень красиво.
Друзья мои, ну вот, зато мы послушали Шопена в исполнении... Это да? Вообще Моцарт. А, Моцарт, I'm sorry, да. Моцарт, так лжануться в конце. Извините. Послушаем, увидим, все же у нас программа практически заканчивается. Давайте посмотрим все же эту волшебную скрипку золотую. Друзья мои, ну что ж, я хочу еще раз поблагодарить Александра Маркова и Наргиз Алиярову. Если вы позволите, я просто хотела поблагодарить наших. Все уж. Да? Да, все. Спасибо большое. Спасибо. Друзья мои, очень ждем вас на концерте. Всего доброго вам. До следующих встреч. Спасибо.